Книга пророка Авдия. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Эдоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам. Вставайте, и выступим против него войною. Вот, я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: «Кто не зринет меня на землю?» Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе? Не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его. До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Эдоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял напротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания обижавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить. Будут пить, проглотят и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею. И дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа – пламенем, а дом Исавов – соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава. Ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу, горою Исава, а которые в долине – филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землею Ханаанскую до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа».